На днях Ольга Бузова на музыкальной премии получила награду. Но особого внимания заслуживает не это, а ее слова благодарности. Не стоит повторять, что после того, как Лолита решила приукрасить значение этой премии и употребила непечатный глагол, означающий «много работать», Оля тут же в непечатном виде призналась, что давно хочет, чтобы с ней занялись сексом в грубой форме. Ролик всего происходящего набирает просмотры в сети. Внимание заслуживают ее благодарственные слова, которые она написала в своем инстаграме уже после. «Сегодня я хочу обратиться ко всем, кто сидит на диванах и осуждает меня. Знаете, я очень много работаю, и поэтому стою тут с этой наградой. Эта история не про то, как победить, а это история про то, что не нужно сдаваться», – написала Оля. Очень красивые и правильные слова. Наверное, Оле можно было бы восхищаться, если бы днем ранее то же самое не сказала на вручении Оскара Леди Гага. «Если ты сидишь дома на диване и смотришь это прямо сейчас, все, что я могу сказать, это тяжелая работа. Я упорно работала в течение долгого времени. И эта победа – это о том, что не надо сдаваться. Если у тебя есть мечта, борись за нее». Оля, наверное, думала, что ее недалекие поклонники не заметят плагиата. Но это не так. Украв текст у Леди Гага, Бузова в очередной раз села в лужу.